Ну что, ребята, давайте поиграем. Второй уровень. Ночью. Так, какие возьмем растения? Давай сразу вот это возьмем, бесплатного. И вот эти всех монстров. Блин, у меня слоты все заполнились, к сожалению. Так, все, быстренько садим. Грибочки. Так, бесплатные. Давай сюда посадим. Сейчас эти зомбики будут идти до нас. А мы-то, в принципе, сейчас насадим побольше растений. Можно, конечно, покрасивее их высаживать, ну ладно. Так, давай сюда едока возьмем, посадим. Так, еще одного. Пускай солнышки выделяет. Замораживатель. Экс. О, отлично, отлично. Так, ждем волну, когда уже придет большая волна. Сейчас пока они по одному ходят. Опа, подарочек, что там такое было, блин. Я не понял. Откройте меню, там, короче, такой подарок будет. Хорошо. Посмотрим, что там за подарочек такой будет у нас лежать. Так, еще одно, пускай солнышко выделяет там. Побольше. Так, едока, куда? Давай его сюда пока посажу. Пусть работает. А у нас замораживатель должен на каждой линии быть. А у нас пока не на каждой линии, ладно. Вот сюда еще сверху поставлю замораживателя. И отлично будет все. Опа, монетка. Я замечательно. Ух ты, у меня сколько монеток много. Давай еще замораживателей. У меня их много. Так, этих давай, солнышко, ладно, пусть пока будут, пока денежки нам нужны. В принципе, я тут уже везде все растаял, поэтому... Так, давайте вот эти грибочки уберем. Тоже я буду, короче, везде замораживатели ставить. Так. И либо вот этих едоков. Да, давай едоков, короче, буду ставить везде. Так, вот он еда. Давай, сожри его, сожри. Сожрал или нет? Блин, наверное, не успел. Так, ну двойного еще можно, в принципе, посадить. О, блин, надо было мне бомбочку все-таки взять. Что-то я бомбочку не взял. Ну, давай вот этих выкопаем. Здесь у меня... Ай-яй-яй-яй, зачем я замораживатель это удалил? Так, я хочу чисто замораживатели, чтобы были. Не знаю, успею я или не успею я замораживатели поставить. Все, пускай они замораживаются. Сейчас будет большая волна. Так, давай я всех их уберу. Чисто замораживатели будут. У нас там замораживателей, в принципе, немного. Так, сюда замораживателя. Этих всех зелененьких я уберу. Чисто заморозочкой будет у нас. Так, ну что, и скоро у нас будет большая волна. Так, вот этих тоже мы убираем. Одни замораживатели у нас. Так, еще одного сюда сверху поставлю. А, ну, в принципе, на периферии пускай бесплатные грибочки стоят. Так, все, большая волна зомби. И мы, в принципе, сейчас справимся с этим, с этой большой волной. Опа! А смотри, они откуда вылезли, а, гады. Из надгробий прям вылазит сверху. О, что-то их много, ребята. Я не знаю, смогу ли я их победить чисто замораживателями. Вот надо наверх мне еще одного замораживателя сейчас поставить. Давай, 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 быстрее. Вот, есть, готово. Так, они этого сейчас съедят, это растение. Ну, съел. А, все. Справились мы с заданием. Получили новый гриб. Мухомор какой-то там. Хорошо. Ага, смотри, тут можно что-то купить. Я там много чего могу купить. У меня денег дофига. А, тут все закрыто. Так, вот этого челдобряка зомби ботаник. Давай купим его. Хорошо. Пока ничего не могу купить, ладно. А, продолжаем играть в ночь. Что-то он мне там предложил, я что-то нечаянно нажал на отмену. А где этот зомби, зомби, зомби? Где? Нету его, да?
Так, берем вот этот грибочек, вот этот замораживатель, бомбочку, орех и поедателя. В принципе, мы справимся с этими наборчиком. Сразу высаживаем грибочек, который будет нам приносить солнышко. Еще одного, почему бы и нет. Так, давай чисто вот этими будем садить. Успеем мы их насадить или нет? Ах ты гад, куда ты пошел, а? Вонючка. Блин, на тебе. Сейчас я тебя уничтожу. Так, у меня еще есть бомбочка, хорошо. Смотри, как он дошел близко до него, а? О, хорошо, мы его убили. Надо их подальше, слушай, ставить, хотя бы здесь. Это опасно. Он его может сожрать. Не знаю, успеет. Ах, ты сожрал. Давай замедлителя будем ставить, короче. Ага, хотя бы будем их замедлять. Короче, это будет линия у нас замедлителей. Блин, смотри, сожрался таки, а? Вот гаденыш. Так, сюда одного замедлителя, замораживателя поставим. Так, мы сейчас такую линию обороны сейчас построим. А замораживатели нам будут помогать. Вот эти вот грибочки. Они, ну, будут замедлять, конечно же, зомбика, чтобы зомбик быстро не шел. Так, давай еще одного пердунчика. Пердуна поставим. Я не знаю, вторую линию... Давай тоже вторую линию будем высаживать замораживателя. Почему нет-то? Посмотрим, что у нас получится интересное. Так, так, так. Скоро будет большая волна, в принципе, но мы успеваем замораживателей ставить. Так, ну у нас еще сюда нужно одного бздунчика поставить. Сюда успею, не успею. А, ну в принципе, сейчас уже волна закончится эта большая. О, отлично. Замораживатели у меня вся линия будет стоять. И вот этих вот мухоморчиков мы будем ставить. Я думаю, мы справимся. Опа, нифига себе, алло. Вы что творите, гады, а? Замораживатели, давайте работайте, хорошо. Не очень быстро замораживатели срабатывают. Я надеялся на большую скорость замораживания. Ну все, мы победили. Отлично. Вот у нас поедатель. Поедатель, ребята, надгробие мы открыли. Ну, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте привет и всем пока-пока.